И собачья жизнь 300. Этот английский диктатор особым указом запретил вывоз ирландских волкодавов в материковую Европу. Кромвель. Английский диктатор. Кромвель. Уже можно отвечать. Конечно. Да, прошу вас. Две буквы 200. Вам достается кот в мешке. У Альберта 0400, у Бориса Альберт справа от вас, Борис слева. Альберту тому, который справа. Альберту справа. Тоннели за 800. Будьте любезны, видео. Перед вами уникальный автомобильный тоннель. Назовите дерево. Секвойя. Секвойя, совершенно верно, да. Прошу вас, Альберт, играйте. Две буквы 100. Будьте любезны, музыку. Эта музыкальная пьеса для клавишного инструмента отличается быстрым темпом и четким ритмом. Давайте дождемся окончания музыки, давайте ответ. Конкретно это токката и фуга ре минор. Но вообще речь идет о токкате. Речь идет о токкате, да. В которой есть сдвоенная буква. Спасибо за то, что точно назвали. Еще автор, может, назовете? Йоганн Себастьян Бах. Большое спасибо. Прошу вас. Две буквы 500. Этот римский император из династии Антонинов участвовал в боях гладиаторов, но требовал для себя почестей, как для бога. Коммод. Да, верно. Журналы 200. Именно он создал любимый народом сатирический киножурнал «Фитиль» и долго был его главным редактором. Михалков. Сергей Михалков, да. Вот самый. Журналы 100. Эта военно-патриотическая организация издавала журнал «Крылья Родины». ДУСАФ. Да. Собачья жизнь 200. Такова разница между подпалинами и подласинами. Ну, подпалины это, соответственно, темные пятна на белом фоне, а подласины наоборот. Дальше. Родня 100. Вам достается кот в мешке, Юрий. Опять, нет, теперь Борису, теперь который Борису. Слева. Борис, слушайте. Столица мира, 750. Перед вами ночная столица азиатского государства. Внимательно посмотрев на вывески, вы без труда назовете столицу. Сеул. Верно! Столица Республики Корея. Прошу вас. Журналы 400. В этом журнале есть проект «Частная коллекция», где Меладзе становится Сталином, а Буйнов Пушкиным, например. «Караван историй». Браво, Юрий! Юрий, если мне память не изменяет, вы по профессии журналист, да? Давно забытый. Была такая тема «Забытые профессии». Да, недавно была. Тем не менее, с темой журнала вы легко справляетесь. Вперед. Продолжим. Журналы 500. В анкете журналу New Musical Express Джон Леннон признался, что любит блондинок, а таких людей не переносит. Здесь таких точно не найти. Прошу вас. Может быть, глупых? Принято! Дураков! Любит блондинок, не любит дураков. Народная мудрость 300. Этот фильм режиссера Меньшова в СССР удостоился государственной премии, а в США – Оскара. «Москва слезам не верит». У вас ровно 3000, вперед. Спасибо. «Родня 400». На этой картине художник Локтионов изобразил своих сына, дочь и сестру. Прошу вас, Альберт, какая картина Локтионова? Интересно, может, это семейная тайна? Нет. Нет, увы, вы не правы. Других версий не будет. Художник Локтионов изобразил своих сына, дочь и сестру на картине «Письмо с фронта». Хрестоматийная совершенно картина. Дальше играем. Юра. Родня 500. Выйдя замуж за Гарольда Гардарда, дочь Ярослава Мудрого Елизавета стала королевой именно этой страны. Англии. Нет. Норвегии. Верно, Юрий. Дальше. Собачья жизнь 400. Первую часть составляют пение соло, вторую крещендо, третью фортиссимо и четвертую диминуэндо. О чем писал Сабаниев?
«Собачий вальс». Нет? Да ну что вы. Почему же Альберт «Собачий вальс»? Он писал так о голосах стаи гончих на охоте. Играем? «Народная мудрость 200». В его записках приводится популярная французская пословица: «Сухой рыбак и мокрый охотник имеют печальный вид». Тургенев. «Записки охотника», совершенно верно. Завершен первый раунд. Подвожу его итоги. Минус 200, к сожалению, у Альберта. 1650 у Бориса. Лидирует Юрий Чарушев, наш гроссмейстер. У него 3500. Впереди второй раунд. Стоимость 750. Будьте любезны, видео. На телефонной трубке написано: вызов пожарных, полиции, скорой помощи. Назовите телефонный номер. Если Америка, то 911. Браво! Прошу вас. Времена года 800. Вам достается вопрос аукцион, Юрий. 4250 у вас, 1650 у Бориса, минус 200 у Альберта. Ставка? Номинал. 800. Что скажете, Борис Юрьевич? 1000. 1000. Юрий? 1100. 1100. Борис? 1200. 1200. Юрий? 1300. 1300. Борис? Ва-банк. Ва-банк, говорит Борис. Юрий? Пас. Пас, да? Как кто-то у нас говаривал в игре «Пусть играет». В учебнике «Родная речь» строки Пушкина «Унылая пора очарования» частенько сопровождала именно эта картина Левитана. Какая картина Левитана? Не помню. Ноль у вас на счету, а картина эта называется «Золотая осень». Действительно, часто иллюстрировали строки Пушкина. Прошу, Борис. Оскар 600. Он дебютировал в 1940 году, получил премию Академии 19 лет спустя, но до сих пор предпочитает грызть морковку в своей норе. Бакс Банни. Совершенно верно, мультипликационный кролик. Борис. Камни и минералы 1000. Музыку. Большинство источников называет гранат счастливым камнем именно этого месяца. Если вы еще музыку узнали, вы бы дали ответ. Это январь. Январь. Прошу вас. Камни и минералы 800. После смерти короля Георга IV особый декрет запретил знати любые украшения, кроме изготовленных из этого камня. Разрешены были только украшения из гагата. Дальше. Камни и минералы 600. Вам достается вопрос аукцион. 600 у вас, 4250 у Юрия Чарушева и минус 200 у Альберта Геворкяна. Ну? Альберту. Что значит Альберту? Вопрос аукцион. Ваша ставка, Альберт, увы, не сможет принять участие. 600? 600. Это означает, собственно говоря, и номинал, и ва-банк одновременно. Юрий? Пусть играет. Пусть играет. Хорошо. Один из символов этого континента – величайший в мире булыжник Улуру. Глыба красного песчаника. О каком континенте речь? Австралия. Верно! Камни и минералы 400. Этих хранителей подземных сокровищ Германии лучи солнца обращали в камень. Тролли. Нет. Может быть, кобальды? Кто? Кобальды? Гномы нет. Такие. А. Нет, ну, кобальды — это подразделение гномов, которые жили именно в Германии. Такая разновидность их. Принято. Принято, Юрий. Просветили меня. Франция 800. Ответ «гномы» я бы принял, не задумываясь. Ну, это слишком просто. Этот крепкий напиток начали производить задолго до коньяка в одной из областей провинции Гасконь. Крепкий французский напиток. Арманьяк называется. Дальше. Франция 1000.
Своим указом от 5 октября 1793 года конвент разделил сутки на столько частей. На 10 Наполеон вернул все назад в 1806 году. Дальше. Франция 400. Этого модельеры и коллеги, и журналисты, не сговариваясь, объявили диктатором женской моды. Может быть, Диор? Верно, Кристиана Диора. Дальше. Франция 200. Для ее изваяния скульптором позировали Бриджит Бардо, Мирей Матье, Катрин Денев. Марианна. Совершенно верно, символ Франции. Оскар 400. Этот фильм режиссера Аттенбороу заслужил 8 Оскаров и похвалу индийского правительства. Ганди. Ганди, совершенно верно, Альберт. Альберт, позвольте потратить несколько секунд драгоценного игрового времени на вопрос, который удовлетворит мое любопытство, меня терзает. Скажите, Альберт, вы когда слышите вопрос, вы переводите его на армянский, да? Абсолютно нет. Нет. Я в этом не нуждаюсь. У нас были игроки, которые играли на иностранном языке. Спасибо. Играйте. Оскар 1000. Этот великий актер первого Оскара получил за роль короля Генри V. Второго Оскара за роль принца Гамлета. Рискну, может, Лоуренс Оливье. Верно. Оскар 800. Этой звездной паре фильм «Крамер против Крамера» принес по Оскару. Это Фэй Данэвэй и Уоррен Битти. Нет, увы. И фильм вы перепутали. Альберт, не переживайте так, не переживайте. Это «Крамер против Крамера». Широко шел в советском прокате, что вообще-то странно, да, для американского фильма. А играли там Дастин Хоффман и Мэрил Стрип, которые получили по Оскару. Дальше. Альберт, Оскар 200. Трижды этого итальянца выдвигали на Оскара. Последний раз за роль в фильме «Очи черные». Но премии так и не дали. Марчелло Мастрояне. Верно. Камни и минералы 200. Если он идеально прозрачен, то скорость света в нем составляет 124 тысячи километров в секунду. Алмаз. Верно. Играем. Прически 400. Именно это Маяковский сделал со своей роскошной шевелюрой, когда Репин захотел написать его портрет. Сбрил. Да. Прически 600. Героиня этого рассказа о Генри пожертвовала волосами, чтобы купить мужу подарок к Рождеству. Дарывал футбол. Браво, Борис. Прически 800. Эта наука позволяет историкам изучать модные римские прически примерно с начала новой эры. Никому не пришло в голову? Нумизматика. Конечно, профили на монетах. Дальше. Прически 200. Именно ее академик Ландау называл прической настоящих мужчин. Лысину. Да. Мы забыли про тему «Внимание, танки». Танки 800. В этой поэме утверждалось, танк он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. Василий Теркин. Дальше. Танки 1000. Немцы не отказались от зверских прозвищ своих боевых машин. И сейчас на вооружении Бундесвера именно этот хищник. Леопард. Браво! Танки 600. Юрий, Борис вас догоняет, прошу вас. Танки 600. Четыре танкиста и собака в польском фильме воевали на танке, который звали именно так. Рыжий его звали, Рудый. Дальше. Нет, дальше не будет. Завершен наш второй раунд. Об этом нам возвестил финальный гонг. И я подвожу итоги второго раунда. 400 на счету у Альберта. Борис достаточно удачно играл во втором раунде. У него 4200 на счету. И лидирует по-прежнему Юрий. У него 5250. Впереди третий раунд. Кровь стынет в жилах. Кусаться он не способен, потому-то зажимает жертву в пасти и, вращаясь, буквально вывинчивает из нее куски мяса. Крокодил. Браво, Борис! И вы лидер! Дозубный мед 1200. Эта поговорка описывает человека в состоянии сильного испуга или же сильно озябшего. Зуб на зуб не попадает. Вперед!
Зубный мед 900. Именно его зуб программист Привалов обнаружил в музее ничего и счел обладателя странным и неприятным. Граф Дракула. Верно, граф Дракула Задунайский. Да, зубный мед 600. Чтобы облегчить этот процесс, народная медицина советует смазывать десны несоленым маслом. Прорезывание зубов. Да, Альберт, прошу вас. Физий только 1500. Граф Суворов писал о нем: «Увенчай его, Господь Бог, лаврами. Он честный человек, он добрый человек, он великий человек. Счастье мое за него умереть». Если видеть только, может, это Кутузов? Нет. Суворов за Кутузова. Хотя отчасти в верном направлении вы мыслите. Так он писал о Григории Потемкине, который, как известно, имел один глаз, действительно. Прошу вас. Видит только 1200. Этого кровожадного пастуха из Одиссеи единственного глаза лишил, по его же словам, никто. Циклоп. Полифем. Принято. Полифем. Принято, да. Полифем. Видит только 300. Сначала Лёлик подбил ему глаз, а увидев на нем черную повязку, еще и Кутузовым обозвал. Казадоев. Совершенно верно. Видит только 900. На соревнованиях только по этому виду спорта участники для удобства закрывают один глаз специальной накладкой. Стрельба. Да. Кривая тема 900. Имя этого немецкого ученого носит кривая нормального распределения. Эта кривая носит имя Карла Фридриха Гаусса. Дальше. Анны 1200. В паре с Метревелли она лавров не снискала, но их репортажи с теннисных турниров получаются на славу. Дмитриева. Верно. И вы теперь лидер. Анна 900, на удивление. Английская идиома, означающая «это общеизвестно», гласит: «Королева Анна умерла». А русская поминает именно это великое географическое открытие. Ну, тут целых два открытия. Во-первых, Волга впадает в Каспийское море, и еще Америку открыли. Ну, вот ближе все-таки Америку открыли. Окей. Анна 600. Костюмы для этой партии моей Плисецкой самолично разрабатывал великий Пьер Карден. Анна Павлова. Майя Плисецкая и Анна Павлова. Я не знаю, есть ли вообще балет об Анне Павловой, но нет. Нет, не будет ответа. Костюмы для балета «Анна Каренина». Дальше. Анна 300. Четвертую жену этого русского царя звали Анной Колотовской, пятую – Анной Васильчиковой. Иван Грозный. Верно. Анна 1500. Вам достается вопрос аукцион. Минус 500 у Альберта. 7500 у Бориса. Юрий, у вас 9750. Что поставите? Номинал. 1500. Что скажете, Борис? 1600. 1600. Юрий? 1700. 1700, Борис? 2000. 2000, Юрий? 200. Борис? Пас. 200. Играем с вами, Юрий. Внимание. В честь Анны Лопухиной Павел I приказал назвать корабль, однако перевел имя фаворитки с древнееврейского на русский. Именно так. Анна Лопухина. Благодать. Браво! 11850 у вас на счету. Прошу вас, Юрий. Кривая тема 600. Этот театр пародии работал в Петербурге в начале прошлого века. Может, кривое зеркало? Верно! Прошу, Альберт. Музыка 20 век, 1500. Будьте любезны, музыку. К столетию этого великого композитора, пианиста и дирижера в Советском Союзе в 1991 году выпустили медно-никелевый рубль.
1891 году родился Сергей Прокопьев. Дальше. Физи только 600. В погоне за ними по Волге командовал Одноглазый, чье единственное око сверкало в ночи, как маяк. Бендер и Киса. Совершенно верно. Кривая тема 1200. Крив был Гнедич поэт, приложитель слепого Гомера, боком одним с образцом схож. Закончите пушкинскую эпиграмму. И его перевод. Верно. Прошу, Борис. Дозубный мед 300. Этот сказочный персонаж помогал детям в два счета расправиться с даренными орехами. Щелкунчик. Верно. Это ответ на вопрос. Вперед. Кривая тема 1500. Этот стиль, возникший во Франции 120 лет назад, основывался на изломанных и кривых линиях. Прошу вас, Юрий. Я модерн. Нет. Арт-нуво. Дальше. Нет, это не одно и то же. Музыка 20 век 900. Вам достается вопрос аукцион, Юрий. Последним неверным ответом вы несколько усложнили свое, да. Свое игровое положение. 10950 у вас, 8700 у Бориса и 400 номинал. У Альберта. Номинал. Номинал, то есть 900. Что скажете, Борис? 2000. 2000, Юрий? 200. 200. 3. Борис? 3. Хорошо, Юрий? Пусть играет. Ага. Играем за 3000. Первое подобное заведение открылось в 1963 году в Лос-Анджелесе и называлось «Виски Эго-Го». Раз, два, три. Что за заведение? Кабаре. Нет, первая дискотека. Кабаре в 1963 году. Что вы, Борис? Спорт 2001, 1500. Шамиль Торпищев заявил, что не прочь уступить этот кубок в аренду Китаю за очень хорошие деньги. Кубок Кремля. Да! Завершен третий раунд, я подвожу его итоги. 400 на счету Альберта, 5700 у Бориса и 12450 на счету у Юрия, у нашего гроссмейстера. Впереди финальный раунд. Ну что же, а мы вновь в студии. Мы разыгрываем финальный раунд. Будьте любезны, дайте, пожалуйста, 7 предполагаемых тем финального раунда на монитор. И давайте разберемся, в какую же тему мы будем играть. Альберт, будьте любезны, убери тему, которая вам наиболее несимпатична. Все о звездах. Убрали. Сделайте то же самое, Борис. Игрушки. Нет такой темы. Юрий. Черный юмор неуместен. Неуместен. Альберт. Пей до дна. Убрали. Борис. Третья попытка. Нет третьей попытки. Юрий, решайте. Возьми с собой, уберем. Уберем. Цветная тема. Играем, соответственно, в цветную тему. Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. Телезрителям же я напоминаю, что в том случае, если в нашей программе вдруг такое случается, и претенденту удается обыграть нашего гроссмейстера, он получает замечательный подарок. Компьютер Genius Air.ru. Приобретая компьютер Genius Air.ru, вы получаете протестированное и сертифицированное оборудование, лицензионное программное обеспечение, гарантийное обслуживание, квалифицированную техническую поддержку. Также хотелось бы сказать огромное спасибо Центру международных контактов ПАРТА. Центр ПАРТА — это более 10 лет работы в области образования за рубежом для детей и взрослых. Это также клуб отличников ПАРТА для детей, которые учатся только на пятерку. Ну что же, как я вижу, ставки сделаны, я предлагаю вам непосредственно вопрос. Лидер известнейшей велогонки Джиро д'Италия выступает отнюдь не в желтой майке. Ведь учредитель гонок «Газета Делла Спорт»
неизменно печатается на бумаге именно такого цвета. Назовите цвет майки лидера. Время. Ну что же, давайте ознакомимся с ответами наших игроков. Какова же майка лидера на гонках Giro d'Italia? Какого она цвета? Сначала ответ Альберта Геворкяна. Простите, я несколько не понял вашего почерка. Скажите. Я не успел написать оранжевый. Оранжевый, да? Нет, это неверный ответ. Ставка 400 и, соответственно, 0 на счету Альберта. Теперь ответ Бориса Брукмана. Ответ Бориса розовый. Правильный ответ. Действительно, и цвет бумаги, на которой печатается газета и майка лидера, розового цвета. Ставка 4300, 10 тысяч. А вот теперь все зависит от ответа и ставки Юрия Чершева. По выражению лица тяжело что-либо понять. Ответ Юрия Чершева, внимание, зеленый ответ неверный. Вот если ставка больше 2450 хотя бы на рубль, то ставка 1000. И все-таки Юрий Чершев, несмотря на неправильный ответ, побеждает в сегодняшней игре совсем небольшим перевесом. Ну что ж, дорогие друзья, подвожу итоги нашей сегодняшней игры. Огромное спасибо Альберту Геворкяну и Юрию Брукману за участие в сегодняшней игре. Нам было очень приятно с вами играть. Мы поздравляем Юрия Чарушева с очередной. Какой по счету победы в этом цикле? Кажется, пятый. С пятой победой в этом цикле. Очередную победу Юрий приносит своей команде. Теперь мы вдвоем с Анатолием Вассерманом нужно продержаться ровно 30 игр. 30 игр для того, чтобы вся команда гроссмейстеров стала обладательницей нашего главного приза. 7 килограммов денег. Спасибо Юрию Чершеву за сегодняшнюю победу. А вам, дорогие друзья, огромное спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся.